31 мая, Всемирный день без табака. Позавчера, 29-го, был день табачного дыма, а вот сегодня день без табака. И сегодняшние частушки, опять же таки, о вреде курения. Мужик хилый, почему курить нравится ему? Не кури, кричит весь свет, а ему и дела нет. Первый раз ты закурил, словно поперхнулся. Дым валит из всех ноздрей, чуть не задохнулся. Не курите лучше, дети, будете здоровыми. Лучше уж почаще пейте молоко коровье вы. Может, кто-то и не знает, а никотин все убивает. Даже лошадь и собаку, человека и макаку. Чтоб Марину мне узнать, мне не надо бы нагадать. У нее от табака голос, как у мужика. Мне девчонки те лишь милы, что не курят и красивы. Люблю эту, а не ту, что с сигарою во рту. Действительно, дорогие мои зрители, ну не курите, ну зачем это вам нужно? Лучше подпишитесь на мой канал «Споем под баян», поставьте лайк, напишите комментарии. Ну и пожалуйста, те, кто смотрит меня на ютубе, перейдите на мой же канал на Яндекс.Дзене и подпишитесь там, прошу вас, пожалуйста. Ну а те, кто смотрит на Яндекс.Дзене, подпишитесь на канал. Ну что вы просто смотрите? Подписывайтесь, мне будет приятно. До новых встреч!